12 автобусных маршрутов, которые хотели отменить, оставляют до осени. А именно маршруты Т-25, Т-37, Т-41, Т-42, Т-46, Т-47, Т-60, Т-76, Т-78, Т-83, Т-90, Т-98 продолжат работу до 3 сентября. Об этом стало известно на брифинге Департамента транспорта. Это дюжина автобусных маршрутов от частных перевозчиков в конце той недели и начале этой продлили договор обслуживания. Но что произойдет 4 сентября? 12 маршрутов, связывающих разные части города, просто закроют? Изначально план был такой, но отрицательная реакция жителей была услышана. Мы не оставим нижегородцев без транспортного обслуживания, и отмена маршрутов не произойдет ранее, чем мы сформируем нормальную транспортную работу. 7 июня в Нижнем Новгороде начнутся общественные слушания. За июнь и июль городская власть проведет по 2 встречи с жителями каждого района. Первым на очереди Московский район. Встреча пройдет в школе номер 66. Точное время и места новых слушаний по маршрутной сети можно будет узнать на сайте горадминистрации. Приоритет в работе по данным направлениям будет отдан социальному транспорту. У каждого из 12 маршрутов, которые планируют закрыть, есть дублер, как сообщают в департаменте транспорта. Это социальные автобусы, троллейбусы и трамваи. Мы же, понимаете, не можем бесконечно вкладывать денежные средства для того, чтобы Нижегород пассажиртранс находился в убытках. И основной перевозку пассажиров путем определенными гонками забирал частный перевозчик. Правила игры должны быть для всех абсолютно одинаковые. Временной фактор – это один из основных вопросов. Александр Герасименко поясняет, что частные перевозчики зачастую не соблюдают то расписание, которое формируется департаментом транспорта. И в основном маршрутки работают в час пик, а в менее популярные часы на дорогах их не встретить. Чтобы социальный транспорт справился с пассажиропотоком самостоятельно, планируется покупка 400 автобусов. О точных суммах и датах приобретения в департаменте пока не сообщают. Александр Шеломцев, Алексей Завылов. Время новостей.